На Украине, привет всем от Полонского, зрада отменяется. Помните вот это предложение, не предложение, а как бы высказывание одного из замгенсеков НАТО Йенсена по поводу того, что Украина, возможен вариант того, что может быть Украина откажет части своей территории взамен от НАБИР, от так называемой России, и взамен на прием Украины в НАТО. Так вот, это просто подняло шквал возмущения, что совершенно естественно. И в результате тот же самый Йенсен уже заявил, что это высказывание было ошибочным, это вообще все ошибка, и он не должен был так говорить. Короче говоря, полностью дезавуировал все собой красивым сказанное. Со своей стороны скажу, что в Украине никто это высказывание даже не рассматривал и не воспринимал всерьез по причине его бредовости, потому что никогда в жизни никакому агрессору нельзя давать никаких послаблений и нельзя давать возможность силой менять границы. Этого просто не может быть, потому что вот одному бандиту дашь это сделать, но завтра найдется следующий бандит, следующий, который силой будет пытаться ограбить того, кто с его точки зрения слабее его. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому ни о каком... Ну, в Украине просто отмахнулись от этой... Это даже не идея была, а такое, знаете, рассматривание вариантов со стороны этого Йенсена, который сегодня, я же говорю, уже полностью передумал и слился. А у нас никто этого даже всерьез не рассматривал, никто даже и не задумывался над этим. Задумался над этим, озаботился только алкогном Медведев, но это комичная такая особая особь, высказывание которого, кроме смеха и какого-то, я не знаю, ну да, кроме юмора, шутка юмора, никто уже не воспринимает в силу уничтожности персонажа. Вот. А всем остальным это просто до лампочки, но еще одно высказывание в копилку Путина, больше абсолютно ничего. НАТО к такому высказыванию не причастно, уже заявили, и не считают. Да и сам Йенсен заявил, что это все ерунда. Так что, ребята, успокойтесь, зрады никакой нет. Расистов выносили, выносят и будут выносить вперед копытами с украинской территории. Никто никогда в жизни собственную территорию на какой-то военный союз, любой, абсолютно, какой бы он ни был, хороший или плохой, не поменяет. Так что еще раз, зрада отменяется.